Четыре королевства. Жил-был король в своем прекрасном зеленом королевстве. Здесь было все зеленое, свежее и весеннее. Каждое утро жители королевства вежливо здоровались друг с другом и напевали песенки. Все было прекрасно в этом королевстве, но король печалился, что не может найти достойную жену своему принцу. Однажды бойкая и умная служанка Марта предложила ему: «Милый принц, отправляйтесь в путешествие. За пределами нашего королевства есть много других стран. Вы обязательно найдете себе там место». Марта была умна и всегда могла найти решение, и часто помогала принцу в трудных ситуациях. Принц и отправился. Издалека он увидел красный флаг. Белое королевство. Что? Кого позвать? Все было так тихо. Какие каштаны? Принц ничего не мог понять. Ему очень понравилась эта принцесса. Она была хороша, необыкновенна. Это была самая прекрасная принцесса. Но он ее совсем не слышал. Но тогда принц подумал, как же он с ней будет жить, если здесь практически нету звуков. И он решил
выскользнуть из-за королевства. Ну куда же идти? Он решил, что пойдет домой, обратно в свое зеленое королевство. Ну и как ваше путешествие? Нашли вы себе невесту? Вы знаете, очень-очень много различных принцесс и королевств я увидел по дороге. Я был очень впечатлен тем, что я увидел. Вот, выбор был очень сложен. Нашли вы свою? Но я думаю, да, нашел. Я думаю, что лучшим выходом для меня будет остаться здесь, в своем королевстве. Марта. А как же невеста, принц? Выходите за меня замуж.